Девочки и мальчики, привет всем! Привет всем! А так, девочки и мальчики, дорогие мои, привет еще раз! Мы с Винсентом едем на Estate Sale. Писали, что ж ты, Наташа, давно нам не показывала Estate Sale. И сейчас времени 9:30 утра, и мы едем на Estate Sale в город Мейтланд. От нас примерно где-то миль 20-25. Estate Sale и обещает быть интересным. Сегодня первый день. Обычно в первый день как бы еще не разобрали много чего. Вот. Но вообще в основном Estate Sale теперь начинается по четвергам. Сегодня пятница. Так что вот едем. У нас день начинается рано, что радует. Обычно я сплю очень долго. Тут начинается очень рано. Поедем на Estate Sale, потом поедем позавтракаем, потом, может, заедем какие-нибудь open house покажем. Maybe we can go to open houses today too. Why not, сказал Винсент. Спасибо вам, дорогие мои, за ваши комментарии о последнем видео об уроке в Диленде. Вижу, что всем понравилось. Кто-то пишет: Наташа, ты слишком много черной краски льешь. Девочки, это потому, что у меня слишком много светлого внутри. 100%. Я думала, почему я так люблю темные краски? Это потому, что у меня в душе очень много светлых красок. Немножко надо затемнить, а то как-то получается не очень прилично. Сегодня я в рубашке, в длинной такой, знаете, поместила свое видео, в какой рубашке я, в свой Телеграм. Записывайтесь ко мне в Телеграм, буду вас ждать там. И, в общем-то, все, едем. Едем, дорогие мои, получать удовольствие. Где-то мои чечи, которые подходят ко мне очень хорошо. Вот это мы заехали, вы посмотрите. Это не тот дом, конечно, но вот там следующий. Вот такой вот нейборхуд. Вообще, я хочу вам сказать, Мейтланд очень красивый город. Просто офигительный город. Ну как вот около таких домов даже не сфотографироваться? Это ж красота. А что значит? Значит, здесь что-то хорошенькое нам дадут. Подадут, продадут. Ой, как здесь красиво. Посмотрите, прелесть какая. Isn't that beautiful, baby? Look at these houses, а? Но в таких домах, наверное, что-то хорошее продают. Людей много, машин много, видите как. Поэтому сейчас мы... Вон что-то выносят. Наверное, то, что нам нужно было, все выносят. Блин. Поэтому вот на такие Estate Sale надо приезжать, конечно, рано. Они то разберут. И не успеешь ничего взять. Вы знаете, люди как улыбаются идут. Видимо, нахапали много. Вон еще одни тоже уже грузят. Грузят чего-то красивое. И стулья, и картины. Ой-ой-ой. Идем. Мы зашли, да? Вот я стою здесь в комнате. Посмотрите, какой бассейн шикарный. Бассейн-то шикарный, только все запущено, конечно. Видите, у этого бассейна даже вон там стоит доска, с которой можно прыгать. Настолько он глубокий. Очень редко таких бассейны можно увидеть в домах. Вон Винсент куда-то пошел. Пойду за Винсентом, что он там найдет. Ой, конечно, здесь много чего можно посмотреть. Ну-ка, комната с куклами. $15. Ну, в принципе, не так дорого. $200, смотрите. Это вообще... Look at that, $200. Yeah. Это коллекционные вещи. Девочка на самокате. А вот эта вот старенькая кукла, видно по ней сразу, что that's она... Oldie. Very old, yeah. Вот уже куколка, ну-ка. В холщовом платье. Но это не старое, это видно, что новое. Yeah, смотрите, платье свадебное. With stains, though. Да. Вот кто-то вышел замуж в этом платье, представляете? Такая вот история в этом платье. Вот тоже платье какое-то, смотрите.
What is this? $3, еще и банки навесили. Ага, вау. Так, что здесь еще? А это, кстати, для кукол. Это is for all for dolls. Посмотрите, маленькие вешалочки, маленькое все. Вон куколка в колясочке сидит. $45. Вау. Куклы-то симпатичные. Смотрите, кукол-поваренок. Ой, старенькая какая. Страшненькая. А это тоже с зеленым лицом. Господи, боже мой. Детей пугать. Вот зеркало мне нравится. Let me see. Yes. Let me see this. I like this. Мне очень нравится это зеркало. I like this mirror. Mirror is really awesome. Дальше идем. Здесь тоже ребеночек какой-то маленький. Так, за Винсентом. I'm going behind you. Так, здесь у нас простыни. Buck 50. Buck 50. Yeah, let's go more. Подушечки всякие. Oh, так. О, комната Рождества. Но эти Nutcrackers, они дорогие вообще. Wow, they're very expensive. This is actually cheap. Кто-то коллекционировал, конечно, тут много чего. Вон, смотрите, два. Look at this. $2 each. Хоть бы краски кто-то продавал, что ли, акриловые. $300. Yeah. With the train set. Тоже, видите. Вот я не знаю, для чего и куда это ставить, конечно. Но люди любят это все. Ставить городок, и чтобы в машинках... Вау, look at this, вот эти все домики красивые. $18. 18. Тоже 18. У меня два таких домика есть. Надя же мне подарила тогда. I love these houses. I have two. Remember? Yeah. Надя gave me. Так. Здесь тоже, смотрите, каток целый. О, вот этот домик очень красивый, конечно. $15. Но, по-моему, он не зажигается. Да. Этот не зажигается. Что-то там внутри тоже кто-то сидит. Ну, вот кто это все любит, это, конечно, здесь подарок, можно сказать, судьбы. Здесь тоже семья вот эта вот из Библии. Тут тоже эта семья из Библии. Иисус Христос родился. Cool. Look at this. Посмотрите на этот гобелен старинный. Nice. Very nice. Офигенный просто. $10 всего. Ничего себе. Look at this clock. Where? Oh, that's nice. You need to take that. You need to take that clock. Hold it. I think it's very good. $10 от машины всякие классические. A couple batteries burst in it. All the batteries burst in it. So it might, that doesn't work? Yeah. Okay. Там растаяли батарейки, может и работать не будет. Ну ладно тогда. Just put it somewhere. Don't put it like that, it's gonna fall. No? I got it. Okay. It's broken anyhow, all the batteries are rotted in. Дальше идем. Okay, let's go more. Yeah. Так, заходим в эту комнату. Что в этой комнате? Вау, в этой комнате на самом деле жила женщина, которая... В этом доме жила женщина и в этой комнате работала швея. Видите, сколько они так? Вот кто шьет, посмотрите. Кто шьет, для них это, конечно, удача. Огромная удача. Вот хороший тоже какой ящичек для... всяких. Где краски? Мне краски нужны. Так. Вот подушечки разные. Это чего? Не знаю чего. Так, машинки швейные. Вау. Я думаю, что это все очень дорого стоит. Ну, дядечка тоже что-то тут смотрит. Книжки. Это что? Не знаю даже, что это.
Бинокль. Смотрит дядечка. Вау, а это что? What is this? Что это? Для чего, интересно? Даже мне. Мешочки какие-то. О, она нашила мешочков-то. Ладно, идем в другую сторону. Так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь пальто за $45 с короткими рукавами. Так. Ох, наряды какие, смотрите. Сумочки, шляпочки, шубочки норковые. $180 норковая накидка, поеденная мулью. Так. О, чапсы. И на мотоцикле ездить. Куртка тоже на мотоцикле ездить. Так, интересно. Здесь он разный, видите. Красота. Чего тут еще есть? Тут шляпочки. Платья. Ой, смотрите. Как все выбирают. Вы говорите, Фалькона старьевщица. В Америке одни старьевщики живут, получается. Сейчас надену, а то упало платье. Так, что тут взять-то можно? Ничего тут взять нельзя. Куртки разные. Толстовочки. Вот хорошие чемоданы, кстати. $26. Вот эти чемоданы очень дорогие, кстати. Очень дорогие, хорошие чемоданы. Даже сумки дорожные. Очень хорошие. Я думаю, что... Даже вот мне интересно. Ну-ка, что за фирма? Атлантик. Сейчас я посмотрю, сколько стоит, интересно, на eBay. Ну что, короче, нашла типа такого, да? Этой же фирмы, только другой рисунок. $425 сет стоит. Так, здесь туфли. Ну, туфли, да, конечно. Туфельки, туфли. Пускаемся в пляс. Тут тоже платье сверкающее. Вышли, видите, здесь как сделан гардероб. С обоих сторон можно выйти и зайти. А здесь вот какая лампа висит, интересно, $65. Хлущевая такая. Thank you. Девочка разбирает вещи, а? What is that, purses? Винсент говорит, смотри, здесь сумки. Ой, девочки, сумок у меня столько дома уже, что не надо мне никаких сумок. Так посмотреть, конечно, интересно, видите. Натурель, все натурель, очень натуральное. Вот эта вот кожаная сумка натуральная. Да. Пинки. Genuine leather. Вот тут вот, вот настоящая кожа. Вот здесь. No. Вот интересно, сколько? Что это за сумка? Фирма? Что за фирма? It's, look at that. It's genuine leather made in USA. I've never heard of pinky. I wanna see. Сумка эта стоит, ничего не стоит на eBay. Это вот тоже какие-то маленькие. Crazy, stop it! Вибратор туда надо положить. Так, так, это маленькая какая-то сумочка, $35. Лаковая. Настоящая лаковая сумка. Это что? Запонки, что ли, какие-то, не знаю. Так, идем дальше. Смотрим, что здесь еще есть. Кстати, вот, по-моему, здесь платочки. Ну-ка. Нет, это не платочки. Вот где-то я сейчас платочки видела, интересно. А, вот здесь видела платочек. Платочки белые. Какой фирмы-то? Фирма же какая-то, платки-то. Ой, не знаю, что. Какие-то выгоревшие они все. Здесь. Ладно, идем дальше. Идем, я Винсент уже убежал.
Кстати, ну-ка вот эту шляпочку прям померить захотела я. О, правильно ли я одела-то ее? Так что ли надеть или так? Ой, не родились мы все-таки в те времена. Не идут нам такие шапки. Нет, не идут. Так, при выходе тоже вот какой-то гобелен висит. Нам в какую сторону-то идти? А ну вот в эту сторону пойду. Здесь я еще не была, я только проходила мимо. Смотрите, тут картина за $200 продается. Сундук. Диван. О, дядечка, видите, наверное, вот этот дядечка здесь жил. Какой военный. Так, сервизы. Все такое старинное, красивое. Тоже картина, $85. Рамочка, все шикарно. Так, что еще здесь посмотреть? Где у меня Винсент? Куда он убежал? Здесь что-то на стены. Панно какие-то. Вон канделябры какие шикарные. А, кстати, да, вот он, пожалуйста, и вам, этот дядечка. Видите, он здесь уже старенький, а здесь он молодой. Даже видно, что это вот он и есть, одно лицо. Надо же. А эти картины по $50. Вот что это? Сделаны на атласе. Надо же. Ну, наверное, я просто не понимаю в этих шедеврах. О! Все ли помнят такие чудеса? Все. А это чудо. Так, идем дальше. Ложки. О, какие, смотрите, здесь красивые блюда с ложками такими шикарными. Сколько ж такая ложка стоит? $250. Не хухры-мухры. Так, это фонду. Да, вот и жизнь закончилась. У кого-то, видите, была свадьба, 50 лет отмечали. Раз. И жизнь закончилась в этом доме. И все, что осталось, это чужим людям ходить по дому и брать то, что люди коллекционировали всю жизнь. Смотрите, такие чашки красивые. А вот кто из них будет пить? Никто не будет пить. Так вот они стояли всю жизнь. Потом еще у кого-то будут стоять всю жизнь. Вот видите, сколько этих чашечек много. Потом есть чашечки по $2, очень красивые, стеклянные. Из них пить эспрессо, наверное. Еще фонду. Тут очень красивые чашечки, даже самовар. Ух! Ну, это наши люди, по-моему, в Голливуде. Так, где у меня Винсент? Винсент, о, я думала, это Винсент. А это что, я не знаю даже. Идем на кухню. На кухне у нас вот такие вот посуды. Деревянные посуды, чашечки. Вау, вот это я вообще не знаю для чего. Wood pineapple salad bowl. Неужели салаты надо есть из деревянных таких? Ну нет. Ой, очки, очки, очки. Мои очки. Так. Здесь, значит, взбивалка, мешалка. Тарелки. Смотрите, какая микроволновка. Вот это да. Или это духовка. О, боже, какое старье. Это чугунные кастрюли. Чугунные очень хорошие, кстати. Но мне не надо. Так, что еще здесь есть? Микроволновки. Шарики. Шарики какие. Очень хорошие пиалочки. Смотрите, прелесть. Так, а где же Винсент у меня? Я не пойму никак. Ой, а здесь, смотрите, как классно. Здесь такой бар. С шикарными, просто шикарными стульями. Все в баре тоже можете покупать. Когда-то в этом доме стоял смех. Играли в карты, болтали, пили вино.
ели мороженое, или это для Маргариты, я не знаю. На этих стульях сидели, развлекались, кто-то играл в бильярд. И жизнь, казалось, никогда не закончится. Но ничего нет вечного. И как бы это грустно не осознавать, жизнь заканчивается. Неважно, сколько у тебя денег. Ни одни деньги еще никого не задержали на этой планете. Вот здесь какие жучки всякие. Винсент куда-то спер опять. О, смотрите, какая интересная. На шнуровочках какие штучки. Смотрите, здесь какая интересная тарелка. Боже, какая она тяжелая, она из камня. Salt? А, окей. А, окей, все, что здесь продалось уже, все ясно. Ну и нам и не надо было. Мы только позырить. Так, куда-то я еще не заходила, погодите. По-моему, я не заходила. Куда вот Винсент ушел, я не знаю. Видишь, такое тюпрет, потом ищи его. Так, здесь что у нас? Стиральная комната. Винсент, наверное, в гараже. Ну-ка, точно он ходит в гараже. Так, Винсент, what did you find? I believe this. What is it? This is Snap-on tools. This is a full socket set, probably about $300. For what? For $18. For what? For automotive. Huh? These are Snap-on tools are very expensive. Okay, but what to do? It's only $10. I know, but I just want to know what it is, that's all. You don't know what a socket is? No, no. You don't know what that is? No. It's take-off nuts on cars. Ah, okay, now I see. Yeah, it's this Snap-on. This is very expensive. I didn't know what Snap. Snap-on's the best tools made. Зонтики. Я так и знала, что Винсент с инструментами тут лазает. Что-то ищет. Ну, раз он уже здесь лазал, мне тут делать нечего. Да, пусть смотрит, что тут. Ой, господи, тут везде дует. Пойдемте туда, выйдем на балкон. Да, вот здесь продается мебель уличная, кастрюли, сковородки, кувшины по $6. Да. Вот эту кастрюлю прям надо купить и... Кстати, это, по-моему, скороварка. И это скороварка. Хотела сказать, купить надо и в подарок кому-нибудь. Шутка. Пожалуйста, разные блюда. Так. Ой, что сказать. Осталось только встать на доску и прыгнуть, нырнуть в своем красивом платье. Я хочу вам сказать, бэк-ярд, конечно, депрессивный. Что тут вот эту стену смотреть, это ужасно. Каждый раз, когда я вижу вот такое, я ценю все больше и больше свой сад. Все, девочки и мальчики, где, куда нам идти? А Винсент, это не оторвать отсюда. Господи, какой-то ржавчины набрал. And what is this? What is what, this? Yeah. This is a Snap-on punch. Ну, это для машины он типа все берет. Look at this light. Yeah.
старинное такое вообще. Лампочка. Абажур или как там. Да, многие дядечки ходят здесь, собирают в корзиночку. Потеряла свои очки. I lost my glasses. But they fall? Yeah. Ой, вот он, висит мой пиджачок. Все. I bet you if you look this set up, it's about 250 bucks. Говорит, это будет все стоить $250. Snap-on, look up, Snap-on socket set. Ну, говорит, что очень ценное это. Окей. Okay. I don't understand nothing on that, but I believe you. Я мечтаю попасть на какую-нибудь распродажу, где жил художник, и где продаются краски акриловые, всякие канвы. Вот такое бы мне. Все, знаете, за копеечку бы купить, потому что я столько денег уже истратила. Уже $800 с лишним. Вот я бы такое бы с удовольствием купила. Но смотрите, какая канделябра шикарная. Ой, это как из фильма «Вий». Хамата этот брут ходил, задувал. Вот прям точно копия. Это орган, наверное, да? Да, орган. Да, одеяло очень интересно. Сколько оно стоит? Ну, это не одеяло, конечно, но... Belly Dance. Скажу сама, еще не видела, но на видео потом посмотрю. Что вам сказать? А Neighborhood был многообещающий. Дома шикарные тут стоят. Ну так, чтобы вот тетенька какое платье купила какая-то. Смотрите. Прям готова уже и куда хочешь в этом платье. Здесь тоже, видите, какие... Симпатичные наборы с чашечками. Чашечки невесомые. Это очень-очень тонкий фарфор или керамика. Наверное, фарфор, надо сказать, да? Вот тоже там бокалы красные. $5 каждый. А это чего? Сет. Чего-то сет симпатичный. Красивый. Молочник и сахарник. Ну что взять-то здесь? Ничего и не взять. Вот эти вот наборы. Когда-то люди покупали, да, вот эти все ножи. А сейчас уже никто такое не покупает. Ложечки, вот это все в один набор входит. $560. Господи, да за 200 даже не продадите такое. Безобразие. Вот этот ковер шикарный. Такой толщины. Вот эти ковры шикарные. Сколько ж такой ковер стоит? Просто наишикарнейшие ковры. Такого качества. Офигительного. У меня такой маленький ковер в солнечной комнате. $600 стоит. Вот этот овальный, кругленький, который меня все ругают, выкидывай. Он $600 стоит. Потому что это вообще это ручная работа. Это шикарные ковры. Дядечка, наверное, покупает этот ковер. Я думаю, что он покупает. Этот продали за 900, а этот 1200 стоит, сказали. Этот больше, чем этот. Представляете, на карпет еще и ковер положить. Так вот они. Все продали за $900. Ну, я хочу вам сказать, да, шикарно. Но нам не нать. Вот тоже очень картинки симпатичные. Видите, какие. Не знаю, для чего они. По $2. Каждая разная. О, какая интересная за $12. Кстати, очень симпатичная. Мне бабушку мою напоминает вот это. Вот это вот красненькое с цветочками. Прям напоминает. Такой в точности не было, но это само стекло напоминает очень бабулю мою. Блин, мне нравится эта штучка. Вот туда можно положить какие-то конфеточки. Видите, она так разделена внутри красиво. Блин, я бы прям взяла, честное слово. Ну-ка, написано что-то на ней там. На ножечке еще такой. Такие вообще прелести. Такое что-то все симпатичное. Блин. Взять что ли?
Это тоже симпатичное. И блюдо. Вот так походишь-походишь, бывает, потом думаешь, блин, надо вот это взять, и надо это взять. Вон стаканчики какие маленькие. А мы лоханками пьем, мы вот такими не пьем. Это что вот это вот? Это вот что? Это смех какой-то. Ну, мы ведрами. Ведрами. А вот это вот прям нравится мне. Вот прям нравится и все. Девки брать, не брать. 12 баксов всего так-то. Так-то ничего этого. Ладно, не буду. Винсент. Винсент, do you like this? Where are we gonna put it? Candies. This is pretty cool. Actually, that one you can put on a fireplace. Oh, it's $125. $125. Oh. It's sterling silver, probably. Oh. Yeah, it's silver plated. Oh, it's garbage plated. Yeah. What about these cups? Do you want those? No. No? No. What about this? What is this? Это что такое с ложечками? Some sauce? No. How hard that thing is to clean? What is this thing? What does it say? $65. What is that? Silver plated. But what is it? I have no idea. Put it, oh, I know what it is. What? You put an egg in there. Ah, для яиц. Ah. Ой, смотрите, они штучки. Я думаю, как они не падают, они на дырочки. Все понятно. I really like this. It's really cool. Yeah? How much is that? 200. Yeah, you always pick out the expensive 250 stuff. But this, no, it's all together, 250 with this, with bowl. But no, I really don't need that, but I just like it, how it look like. It's a fondue. I guess. It's here for a hot plate. Ой, ужас. А здесь, кстати, я еще не заглядывала. Ну-ка. Так. Oh, look at this cup. For coffee for you in the morning. Oh, yeah. I could really use that. It's margarita? Margarita, да. Ну, в общем-то, ничего. Right. Здесь такого. I like samovar. Russian samovar. Yep. Right? Maybe. I don't know. Так, выходим. Винсент набрал ржавчины. How much you pay for rustic? This was 18, the other thing was 5, so 27. 20 с чем-то долларов за ржавчину отдал. 24. Все, выходим, видите, вот. This is up right here. Where? Oh, all right, thank you very much. You guys have a great rest of your day. Thank you. Все, выходим. Шикарные. Сейчас я сфотографируюсь около какого-нибудь красивого дома. Вы посмотрите, какая здесь красота. А люди идут, бегут, бегом, прям в припрыжку. Хотят что-то купить. Да, нейборхуд здесь очень дорогой. Очень дорогой. Мейтланд это, ну, примерно как Уинтер Парк. Даже видно по траве, по газонам, по всему здесь. Это очень-очень дорого и красиво. Супер. Блин, посмотрите, какой красивый дом. Ну как? Вот как можно не запечатлеть себя рядом с ним? Thank you.
А этот какой шикарный. Блин, какой шикарный дом. Господи, да ладно, хоть никто не вышел к нам. That's it's so beautiful houses. Yeah. Тетенька говорит, так было симпатично смотреть на вас. Ну ладно, что делать? Ничего не сделать. Тут вот можно посмотреть. Ну, американцы, они, конечно, не злые люди. Они не прибегут, не выстрелят в тебя за то, что ты на причал на их встала. Вот, поэтому буду пользоваться их добротой и немножко посмотреть. Вот, смотрите, например, это, естественно, принадлежит дому, которого я только что танцевала. Смотрите, как классно. Два стульчика, диванчик. Просто вообще, а какие дома-то там напротив. Посмотрите, прелесть. Просто прелесть. Вот такой вот нейборхуд. И в таком вот нейборхуде. Гараж сейл. Ну, вот этот домик, кстати, в котором мы были, можно сказать, по сравнению вот с этими двумя. Ну, что хотите, то и говорите, что он представляет из себя по сравнению. Травка как будто, знаете, искусственная. Не знаю даже, что тут за трава у них. Все, дорогие мои, Винсент меня уже ждет. Едем дальше. День у нас только начинается. Сейчас... Винсента спрошу. So what do you think about this estate sale? Well, I got something good. Yeah? Yeah. So you got it for your son? Yeah. Он для сына купил это. Okay, so where are we going now? Eat. Oh! А теперь мы отправляемся позавтракать, сказал Винсент, и он прав. Буду ждать ваши комментарии, ваши лайки. Я всех вас люблю. Винсент, yes. What are you supposed to say? Stuff delighting. Подтверждение.